Привет всем друзьям, подписчикам. Я сегодня вот опять на огороде. Смотрю, соседи уже даже вспахали свои огороды. У меня сосед такой ранний, снег не успеет сойти, он уже картошку садит. Сегодня вспахал. А мы заборчик строим. Точнее, старый демонтируем. А будем новый сейчас натягивать сетку. Дождь у нас моросит. Вот такая пасмурная погода, но пока еще тепло. Слава Богу. Так, решила снимать видео, как брат завалил старый забор. Теперь распилит его ножовкой на куски. А он такой довольно тяжелый. Вчера мы его вместе таскали частями. Поэтому на куски, чтобы отдельные куски не так тяжело нести. И мы его утащим. Потом на дрова придется разбирать, пилять снова. Вот. Вот сколько наскладировали старого. Но это ж еще не весь далеко. Но с него хорошие дрова. В прошлом году тоже убирали, попиляли. Так я зимой топила. Ух, тут столько жара вообще. Они сухие, да и похоже еще дубовые. На вид такие, кажется, дряхлые-дряхлые уже. А тепла давали хорошо, жара. От небольшого количества дров сухих. Лучше, чем от тех, что покупали. Вуаля! Вот так вот и сделали с братишкой. Еще один пролетик. Сеточки натянули. Вот столбик. И вот столбик. И к этому столбу бетонному прикрепили. Так, еще остался потом, может, на завтра. Пока тут делали все, погода так поменялась, что я в шапочке стою. Сейчас покажу. Шапку пришлось одеть. Ветер поднимается холодный. Прям сопли с носа бегут. Зима идет, возвращается. Наверное, будет даже снег. Или что-то такое. Перемена погоды. Даже утки попрятались и не плавают в реке. Вот.